Пятый день исторического голосования. Жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей решают, хотят ли они общее будущее с Россией. И судя по опросам, ответ очевиден. В Донецкой Народной Республике по итогам 4 дней явка составила почти 87%. В ЛНР свою волю уже выразили более 83% избирателей. В Херсонской области свыше 63%, в Запорожской почти 66%. По зову сердца, в завершающий день голосования на избирательный участок в Ульяновске сделать свой выбор пришли жители Донецкой Народной Республики. Событий было очень много разного характера. И я думаю, последние события окончательно как бы подталкивают к тому, чтобы уже какая-то была четкая определенность, уже какая-то была конкретика, и не было никаких недопониманий или разногласий. Я думаю, это будет уже единый народ, который мыслит едино. Когда мы не считали себя какими-то украинцами, нацистами, Донецкая Народная Республика была всегда России. Потом вот как-то произошло, что нас не спросили, сделали Украиной. Ну, поэтому мы все рады и счастливы, чтобы только был мир, чтобы все вместе мы были, дружили. По словам участников референдума, этих судьбоносных выборов ждали очень давно. Люди устали от обстрелов и мечтают, чтобы поскорее все это закончилось. Виталина Кондрашина переехала в Ульяновск в далеком 2014 году. О своем решении не жалеет. Однако на родине в Луганске остались ее родные. Проголосовать пришла за спокойную и мирную жизнь близких, признается девушка. Я хочу, чтобы там наконец-то уже была Россия, потому что мы давно этого хотим и ждем, и верим, что так и будет. В 16:00, когда избирательные участки закроются, начнется предварительный подсчет голосов, после чего будут озвучены окончательные данные референдумов. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда ТВ.